Во время весеннего призыва из Якутии в ряды вооруженных сил отправилось 1500 молодых людей. Среди них 800 человек с высшим и средним профессиональным образованием. Сейчас они проходят военную службу на территории Восточного военного округа, в частности, в Амурской области, Приморском крае и на Сахалине. Некоторые из них приняли присягу. Об этом сообщили работники Республиканского военкомиссариата. Представители комиссариата отметили, что в последнее время значительно снижается число уклонистов. В то же время большинство призывников негодуют для службы по состоянию здоровья. Также в этом году не удалось набрать военнослужащих на контрактную службу. Из республики планировалось отправить военные части около 200 человек, но пройти службу по контракту захотел только один. Мы не выполнили контракт по отбору кандидатов для поступления по службе по контракту. Там было около 200 человек определено, должны были призвать, а мы призвали, а только одного направили. Один только согласен. Ну, в первоначальном варианте вроде бы согласны, а потом с истечением времени начинают призывники отказываться. Но это говорит о том, что у нас не целенаправленно проводится агитационно-массовая работа.